Ребятки, всем привет! Как вы думаете, где мы? Мы на входе куда? Мы опять в очередной раз где-то. Мы в очередной раз пытаемся подняться в океанариум. Вот. Мы зашли в океанариум. В прошлый раз у нас не получилось из-за напитков. В этот раз мы все-таки это сделали. Пойдем посмотрим, что здесь есть. Нам сказали начинать со второго. Мы пошли наверх. Посмотрите, тут какие рыбочки. Тут, кстати, не только океанариум. Тут еще какие-то разные живности. Вот в таких вот аквариумах. Крокозябры? Да. Смешно так трясет голову. Что он делает? Я банан. Я банан, банан. Или какая тут красивая змейка. Салатовая. Ой, а вот и мордочка. Привет. Гутен абен. Тебе нравится, Даня? Да, здесь кто? Смотрите, какие прикольные. Вот тут вот это красавчик. Вот это красавчик. Акулочки небольшие размеры. Взять рыбу, оба кинул. Акула схватила сразу. Акулы, смотрите, так они кружат, да? Они такие резкие. Наконец-то мы спустились к реально вот. К водичке, к океанариуму. Здоровые тут рыбки, я вам хочу сказать. Какой-то морской житель. Как ты думаешь, что они делают? Ну, не знаю, пытаются что-то словить. Что-то словить пытаются? Да. А здесь красивые рыбешки. Милан, как тебе рыбешки? Ну, не надо на них ложиться. Представь, такая раз провалилась внутрь. Да я не против, там рыбки, черепашки. А я предлагаю поближе пойти и посмотреть акулу. Кого Даня будет кормить? Одеваем перчатки. Акулочка-то уже ждет. Достает нам рыбку. Вот такую вот. Милан, кидай. Смотри, здоровая. Скажи, как тебе понравилось, как ты кормила акулу? Или, ну, или так? Эти акулы, они какие-то не похожи на акул. Рыба да рыба. Рыбы до рыбы? Да. А тебе на нее понравилось акул кормить? А еще было очень прикольно, когда я кидаю, и они такие... Мы понимали, 20 тысяч штрафов, то не оденет маску. Маску одел? Это 45 тысяч рублей. Маску одел? Ё-моё. Мам, у тебя тоже маска снята. Масяра торчит. А мне маску. Не понимай ты, Луды, ничего они не понимают. Чтобы не взлетал, что ли? Ну, это резинку, чтобы понять, как бирка у животных. Ну да, имя. Мита, что вы делаете, Мита? Пытаемся игрушку выиграть. Мы же точно знаем, что вы не выиграете, да? Давай быстрее кричи, Даниил. Получится у них что-то или нет? И... кажется, кто-то поддался азарту. И хочет попробовать удачу здесь. Так. Ага. Продолжаются мини-аквариумы с мини-красавчиками всякими. Воу, кто это, мам? Какие-то тут разные лазают. Это подводные светочки. Такие
маленький. Ролик-то. Немо. Немо. Так, они опять что-то берут тут. По всей видимости, будем кормить рыбок. Попробовать после океанариума. Даньки тянется. Холодно очень. Холодно и тянется. Все правильно. Моти. Мы пришли пробовать мороженое моти. Набрали себе кучу вкусов. Пойдемте пробовать. Так, у нас тут ваниль. Это шоколад, естественно, но это дынька. Дима дыньку ел. Понравилось, Данюш? Ага. Холодное, но понравилось, да? А тебе понравилось моти, Милан? Мне очень вкусное моти, вот орео. Мы решили погулять. И сегодня мы решили погулять. Где Дим? Дим? Это Пхукет Олд Таун, это старый город Пхукета. Здесь, короче, такая тусовка, прогулочная улица, много всяких торговых прикольных магазинчиков. Ну, пойдем посмотрим. Короче, посмотрим на старый город Пхукета. Несмотря на то, что мы на Пхукете уже дважды были, мы здесь первый раз. Тут разные магазинчики такие, знаете, такие домишки красивые, похоже на старую Европу. Как будто ты вообще в Европу приехал. Прикольно, может, какие-то сувенирчики сможешь взять. Ух ты! Я тоже хочу, мне нужна сумочка. Побачь. Это красиво, да, мама? Смотри, там еще загорится. Ну да, кстати, там тоже будет все загораться. И здесь улочка с огоньками. А прикинь, будет сейчас скоро ночь уже, и будет, наверное, прям белиссимо персик. Посмотри, сколько цветов здесь. Да, это, так будет мой день рождения, кстати, ребят. Смотрите, как красиво! Мы зашли в сувенирную лавку. Милана хочет купить подружкам своим подарки. На день рождения. Ну и не только на день рождения. Просто посмотрите, как красиво. Красивенько и атмосферненько. Так, мы шли, нас тут если угостили. Если нравится, надо все выпить, да, так непривычно. Так не... Мне говорит папа, говорит, на, попробуй. Пахнет вроде нормально, а я начал пробовать, я там алкоголь я такой просто. Я, между прочим, особо не пью, кстати. И за рулем вообще-то. За рулем. А потом мне дали вот это запить. Вот так вот. Шли-шли и наткнулись на вот такую вот штучку. Мне кажется, этот домик напоминает какую-то такую португальскую архитектуру, чем на Пхукете. На Пхукете мне вообще кажется, что этот район очень красивый и реально смахивает на Европу. Такая урбанистика больше португальского плана. Ребят, короче, мы тут шли и наткнулись на Кота-кафе. Ну, конечно, мы не могли не зайти. Милана давно хотела попасть и сюда тоже. Короче говоря, сейчас смотрим на кошечек. Честно говоря, тут очень даже пахнет нехорошо причем. Кошечка не выглядит, ну, кошечки прям все не выглядят супер здоровыми, честно говоря. Пахнет так себе. Ну, детям нравится. Милашка. Ему нравится, наверное, как ты его гладишь. И что удивительно, вход тут платный, то есть ты заходишь, платишь минимум 150 бат с человека, с Даньки тоже взяли, и это при условии, что ну ты как бы вроде ничего не берешь и так далее, прям 150 бат на 300 рублей с человека за то, чтобы подойти и погладить там, ну условно 5-6 кошек. Ну кошечек тут как бы достаточно. Ты киса, киса, такая киса. Пухляшка. Да, тут такой киса. Милый контент зашел в чат. Кис, а кис, пушистый. Тут и здесь киса. Ой, какая красавица. Тут, в общем-то, кис много. Разных.
вас собрали со всего острова. Котенок.